Не нужно было креститься, не было, но он исполнил закон нас ради человека и нашего ради спасения. Самое важное, дорогие братья и сестры, он пришел в мир, чтобы спасти погибающего человека. И вот мы сегодня вместе с вами радуемся. Прекрасная погода, немножко ветер, но это же зима, да, поэтому желающие смогут вот исполнить ту традицию и окунуться в водах черного нашего прекрасного моря, во всех местах, в разное время, и вечером, и днем. И вот сейчас, как и мы, совершаются такие иордани, как их называют, и на озерах, на водоемах, на реках. Разумеется, и мы встречаем, и нам вот чудом разумеется.